Итак, мы находимся на ферме золота, где сортировочка происходит у нас. Значит, тут у нас блоки золота. Здесь у нас наггетсы делаются в слитки. А слитки делаются в... Уже в блоки будут делаться. И блоки сюда вот падают. Это уже прикручено у меня. Вот это вот. Сам прикрутил эту самую специально. Значит, рассказываю, почему там дропперы у меня. Дропперы, вот, ребята, где дропперы стоят. Тут много дропперов стоят, которые сортируют лут, который идет по этому самому, по водяной, как его называется, конвейерной ленте, можно так сказать. И сортирует весь лут. Rotten Flesh падает сюда вот, в мусорку падает. И, кстати, на видео в шорте я стоял... Вот тут вот я стоял. На видео в шорте, кстати, вот так вот я стоял. Где-то. А если поиглядеться, вот там вот есть портал стоит, ребята. Вот там вот портал, и свинота падает оттуда, ребята. Значит, сейчас я вам покажу. Опа, я расскажу. Значит, так, берем это самое. Вот, тут у нас все это сортируется. И получаются блоки. Уже золотые. Значит, давайте поспим. Ладно, не поспим. Ладно, не важно. Тогда идемте на... Вот туда вот летим. А в сторону Энда летим. Опа. Значит, так, погнали в Энд. Так, спускаемся в Энд. Так, у нас в Энде... Так, в Энде у нас ничего нету тут. Так. Идемте сюда, потом направо, через жителей, потом идем сюда, потом направо еще, потом еще прямо и еще сюда, вот, сюда, может запутаться можно, кстати, так вот сюда вот идти надо, и вот выход. А выход такой далекий, потому что умный человек один построил ферму золота над... Прямо над порталом Вент. Вау! Ты чё? Волшебник, что ли? Раньше портал здесь вот стоял, кстати. Значит, погнали. Так, пожить. Надо сейчас придумать, как мне... Лучше выйти на поверхность, значит. А, погнали. Так, свинота ходит тут у нас. А ну-ка, лежать, свинота. Свинота, лежать. Мимо. Так. Ага, тут тоже ночь у нас. Окей, давай поспим. Такс. Погнали дальше. Значит, чтобы не летать на элайтерах, давайте мы прокатимся на метро нашем. Потому что я метро делал-то не просто так.
Значит, так. Поднимаемся. Так, тут у нас эти самые... Армадилла! Тут у нас этот самый... Снифер. Здорово. От тебя говной воняет. Зачем я за тебя голосовал? Здорово. А погнали наверх. Итак, ферма золота в той стороне находится. Погнали на ферму золота. Мы можем, конечно, на вагонетке, но мы пешком дойдем. Вот, ребята, ферма золота. А свинота идет в портал. Почему я не лечу? А, потому что у меня элайтер нету. Понятно. Погнали. О-о-о-о! Короче, вот тут вот я в АФК стою. Вот там вот, я в АФК стою. А, в общем-то... Блин, у меня закончились эти самые фейерверки. Ладно, неважно. А, свинота через портал попадает вот сюда вот. И падает... Вот сюда вот падает. Правильно. И, кстати, я стоял вот тут вот, ребята. Вот так вот. Я стоял. И звуки дроппера были слышны, потому что вот тут вот сортируется хлам. И вот свинота падает. А? Логично, ребята? Логично. Какие-то нубы мне пишут, что я, мол, там раздатчики стоят. Но это не так. Вот они. Стоят эти самые дропперы здесь стоят. Сортируется лут. Весь. Оп. И вот тут вот у нас золотишко. И, кстати, он, если сюда положу вот это вот, он делает слиток. И ложится сюда вот, автоматически. Я сейчас вам... Оп. Это магия, ребята, рептилий. Вот. И если я сюда положу, допустим-то... Тут, видите, пусто. Положу сюда... Золото. Он скрафтит мне автоматически золотой блок. Магия рептилий. Так, тут у нас пусто, тоже пусто, окей. В общем-то, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать мои стримы. Да, всем, ребята, пока, увидимся в следующем видео. А, Рауль, кстати, привет тебе огромный. Я знаю, что ты сейчас на работе сейчас, в данный момент. Работаешь, молодец, кстати. В общем-то, поиграем потом, в понедельник. Увидимся. Пока.